солнцем опаленные и туманы белые ходят через горы, через рощи шумные и поля зеленые. Вышел в степь донецкую парень молодой. Первые соревнования были на Памире, на Тяньшане, а потом вдруг образовались и здесь, на Эльбрусе. Я с удовольствием принимаю в них участие, особенно мне нравится вот сама организация. Ну, дело в том, что у меня интернета нет, но это моя, как говорится, беда. А так, в общем-то, все, что здесь делается вот для лишнего будоражения спортсменов, я думаю, это очень правильно. А после еще обеда, как же... Нет, я правильно. Когда немножко не можешь рыбы съесть, потом-то, функция-то как работает? Отлично. Он не то понес. Что-то у Валерии не так крыжу. Нет, прям в тупик поставил мужичка. Это как в старое время, помнишь, Валерий? Дружбы, дружбы, ноги брать.